Привет, друзья! Ключ к работе над собой для достижения своих целей. Это будет вебинар у нас потрясающий совершенно, максимально полезный. И самое главное, приятный. То есть там будут приятные алгоритмы, такие доступные и простые, как, например, ключ к здоровью. Или игрушка для здоровья, это можно назвать по-другому. Игрушка для здоровья, то есть вы даже просто играючи, по новому алгоритму можете быстрее прийти к себе, ключ к себе. То есть это состояние, когда безбрежность, безмятежность, безвремение, это состояние благодати. Вот вы вышли из стресса, такой получился квантовый триггерный переход, стресс ушел, все заботы, выживания ушли, а вместе со стрессом уходят шаблоны мышления. Стереотипы, уходят все вот эти вот внутренние ограничивающие убеждения бессознательные, которые вам мешают понять, чего вы на самом деле хотите и как это проще, быстрее достичь и меньше набить там шишек себе. Это так интересно и при этом так полезно, потому что вдруг с первого раза, прямо с первого раза, 30% людей сразу уже на первые же минуте, получасе уже начинают чувствовать себя так раскрепощенно, раскованно, начинают понимать, чего они на самом деле хотят и как это проще быстрее достичь. Вот это что интересно. Ведь такого никогда в мире не было. Потому что там найдены новые научные закономерности, явления, феномены работы мозга, которые вы, может быть, искали где-то в книгах, там, в интернете, в роликах, читали о них, как-то читали в каких-то книгах, но так четко, понятно, ясно, доступно, чтобы просто их взяли вот так и сразу себе применили. Такого нигде в мире не было. Да-да, на нашем вебинаре вы узнаете очень много интересного, потому что там самые последние достижения. Мои научные достижения, уже проверенные, которые вы можете просто брать и совершенно безопасно использовать. Потому что это вы почувствуете. Когда вы это сделаете, вы сразу почувствуете, что вы так же и думали инстинктивно всегда. Просто так не могли сформулировать, потому что как бы это проходило мимо нас, потому что лицом к лицу не увидать. Все было на поверхности. Да-да-да-да, многие это инстинктивно делают. А тут вдруг я это осознал, как ученый, сформулировал и вам передал. И вы и себя там нашли. И лучше достигаете своих целей. Да, с этого момента, как только вы увидите этот вебинар, поучаствуете там в Zoom'е, и уже во время участия на Zoom'е задаете вопросы, получаете ответы и тут же получаете и результаты, которые потом вы таким же способом применяете в жизни и быстрее идете по пути к своим достижениям. Это очень интересно. Я сказал 30%, а если вы добавите туда еще те точки, которые я скажу, добавите, и те еще дополнительные приемы, ресурсы, которые я там же на вебинаре все расскажу и покажу, уже будет 100%. Да-да, а потом вы сами будете это делать в той части, которая вам больше подошла, потому что там же будет алгоритм подбора индивидуальных синхронизирующих действий, которые подходят лично вам, как рубашка по размеру. До встречи, друзья! Я надеюсь, вы активность проявите, задавая вопросы, потому что это будет для вас урок полезный на всю жизнь. До встречи!